Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в Terra Invicta. Он максимальной сложности за сопротивление. Крашнулась игра, провалился кусок записи, но не так много прошло. Пару фаз, наверное. Что мы будем сейчас делать? Мы сейчас будем делать уже переворот в Турции, потому что раскачали давалось до четверочки. И 87% у нас на переворот здесь есть. Мы его сейчас и начнем. И кое-что еще отвалилось, где-то щитки, но сначала закончим. Закончим сейчас с Турцией. И потом уже пойдем дальше. Боливия пала. Так, щитки. Где наши щитки? Сломали. Сломали наш проект. А у нас там было вложено дофига. Опа, в Грузии кто-то провел переворот и отбил ее. Ну, кто-то, слуги кто. Order is returning. Long live the revolution. Ладно, хватит печалиться. Тут было больше половины, больше 3000 уже было здесь. Так, и не было сейчас восстания, значит, как раз автосейв был перед ним. Ладно, сейчас тогда поставим восстание в очередь здесь. И нам нужна обратно Грузия наша. И чтобы такого не было, нужно сейчас еще поставить щитки. Что-то подвисает, что-то вылетает. Пачет, пачет, не допачет все никак. Ну, во-первых, в Евросоюзе надо нам сделать. И новая организация. Все, я понял, спрячься. Так, ты ставь защиту. Вот здесь, для начала. Рассел, давай. Запускай бунт. Вот такой, на 90% уже. Standing by for orders. Ты отправляйся, поставь щитки вон там. Making things safe for our people. Where do you need Где me? Еще нам надо поставить щитки? Финляндия. Так, и Португалия полностью отвалилась. А, ну вот мы туда и летим. И в Финляндии еще сверху где-то. Ready for my mission. Ты не умеешь. Ready to go. Ты не умеешь. Standing by. Ты умеешь. Давай ставь щиток. В России, кстати, тоже Securing один отвалился. Where do you need me? Ты иди в Грузию, поднимай там качество наших сторонников. Мы скоро будем творить Ready там бунты. Новый 5,9 недовольство. А кстати, давай сразу попробуем бунт провести там. Хотя невысокие процентики у него. Ну, 50, Time ладно. Рискнем. 50% либо прокатит, либо нет, да? Поставили, поставили, поставили. Еще не все защитили, но в основном защитили. Поставил агент щиток, но мы сейчас переворот, может, проведем там. Кибернетические импланты, кстати, готовы. Сейчас надо заглянуть в агентов, не появилось ли там чего-нибудь... За экспу каких-нибудь имплантов было бы круто. Кризисная дипломатия. Плюс 10 за 3000. И кулдауны. Давай возьмем. Возьмем вот это. У нас лимит, конечно, еще не наступил, но кулдауны сократить на 20% было бы приятно. Ну вот, раз и Турцию взяли. Критический успех. Турцию взяли, сейчас повесим защиту. И Грузию тоже взяли. Вот и все. Ураган. Помогаем. Вкладываем ресурсы в восстановление. Индия просит Россию присоединиться к войне. Нет.
против Куба. Нет, мы не собираемся воевать против Куба. Мы вообще не собираемся воевать с людьми. А Линская администрация зовет. Идите нафиг. Нам нужны все люди, какие есть только на Земле, которые способны держать оружие, чтобы дать отпор инопланетным захватчикам. $360, да, вот теперь уже лимиты серьезные. Всего 60 осталось из 120 наших. Но пока можем с этим справиться, можем себе позволить. Ставим защиту. Нет, вот здесь ставь защиту. Ты не умеешь, да? Ready for orders. Ты давай в Россию ставь защиту. Securing our interests. Where to? Запускаем здесь изменения политики, потому что уже должны были подойти моменты. Да, вон федерации всякие торчат. Всего полно. А вот этого отправляем в Грузию поставить защиту туда. Есть. Куда дальше двигать? На Азербайджан можно дальше двигать. Тем более, я смотрю, там 13 пусков в год. Отправляемся в Азербайджан. We must persuade the people. Securing our control. Защита, защита, защита. Все, везде защитили. Где-то одна страна без щитка у нас еще, да? Румыния. Остальные, наверное, все. Колумбия пала. Так, здесь все, здесь все. Да, в Румынии одного не хватает. Остальные готовы. Our cause is unjustified to them. В Азербайджане не прокатило. Снова у нас упало. Mission complete. Единство в нолик. Ладно, давай федерацию. Федерацию с Россией можно, например, сделать. С Грецией, с Финляндией. Так, удастся ли нам объединить Россию? Или с Россией объединить Евросоюз? Я не знаю. А вот Финляндию мы... А Финляндию загоним, не загоним? Вот Португалию мы точно загоним. Поэтому давай берем Португалию для начала. Ставим миссию на повтор. Сейчас всех потихонечку загоним. Академия объявила войну Турции. Так. Везем. Силы наши. Силы наши. А ты так не можешь проехать? Ты, ё-моё. Что это за отстой такой? Ну, движение армии, ну это просто какой-то отстой. У нас здесь одна будет сейчас турецкая. Нам нужно вот эти армии перебросить. Давай сюда. В Афины. Ты. Бегом тогда вот так как-то. В Белград, потом в Афины. И если из Афин еще хотя бы в Турцию можно. Я надеюсь, что можно. Общие границы-то есть. Потому что если нельзя, это будет провальный провал. Так, и ты только в Рим можешь туда, да? Нету флота. Так, а отсюда? Тоже нифига нельзя никуда доплыть. С флотом второй раз печаль. Но я надеюсь, вот эти добегут и 6 армий остановят врага. Вот с этой стороны, ну с этой стороны, наверное, долго будет бежать. Деплой, попробуем. Раз. Может, кстати. Может, тоже подоспеет она. Так, опять Алин нас зовут на войну? Нет, нет. Алин объявили войну Турции. Это вот плохо теперь. А теперь придется еще и с пришельцами тут биться. То, чего я не хотел.
Обломались они, не смогли забрать Турцию у нас. Вот эти две армии тоже надо перебрасывать срочно. Сейчас у нас в Турции будет решающая битва. Так, туда. Сначала туда. Блин, но это долго будет ехать. Очень долго. Ну, а больше ничего не сделать. Идем в Баку. Пойдем попробуем что-нибудь захватить там сразу. Без всякой... Ага, без всякой мороки не получится. А сломать что-нибудь тоже шансы невелики. Ну давай тогда в Турции снизим недовольство, которое мы раскачивали. Теперь оно нам не нужно. Идем в Баку. Ты тоже иди в Баку. Хотя нет, давай вот агента подсветим. Появились, говорит, новые организации, которые мы можем присоединить. Пойдем посмотрим. 90 экспы. Да, есть новая организация. Ну такие они все. Хотя вот на науку чуть-чуть, на влияние двух. А давай возьмем еще. Хотя не сказать, что они прям крутые. Ну вот еще больше организаций поместится к ней. Берем. Пересчитается. Вот когда пересчитается, тогда поместится больше. Плюс 4 на welfare. Давай возьмем. ФБР, смотри, как хорошо. 3-4. Это надо на нашего оперативника вешать. Но у него лимит. Подожди, 280 влияний. А, ну это цена. За 250 денег из 1000. Но зато он будет крут. Вообще очень крут. Надо 3 звезды освободить. Убрать вот эту на 3. Но она дает 4 админочка ему. Но мы перебьем админочки. Плюс 1 здесь на самом деле. Все, вот эту снимаем с него. Не хочет. Потому что это вообще не военная организация. Уходи. А ФБР цепляем. Даже не придется ничего добавлять. Так, а эту штуку отдадим. Плюс админство. Плюс влияние. Да, вот сюда можно закинуть. Так, и вот смотри, действительно получились кибернетические импланты. Крутотень. Вот это крутотень, вот это я понимаю. Поставить монитор лояльности. Давай поставим монитор лояльности за 500. X6. Что еще есть? Force tracker. Что такое? Плюс один командование. За 500. Да, конечно, вопросов нет. Всего 500. X. Дальше. Data jack. Наука. Ну, наука тебе, допустим, не нужна. Один шпионаж, один к секьюрити. Берем. Сенсоры. К инвестигейшену, да? Берем. И киборга такого сейчас сделаем себе. К администрации. Еще единицу. Берем, конечно. Хотя администрация уже 25. Не добавилось. Не надо было. Потратил напрасно. Ну, ладно. Скрэмблер. Плюс к шпионажу. Берем. Ну, обалдеть, киборги. Киборги. Так, и у нас еще есть 120 очков. 25-ка тут вкачана. Давай инвестигейшн выкачиваем тогда в максимум. 24, 25. И команд поднимаем в максимум тоже. Теперь у нас сейчас бунты полетят только в путь.
какой-нибудь Китай не пролазит, единственная проблема. Но, ну ладно, сейчас всем наставим. Монитор лояльности, давай. 0-0, действительно у него совсем нет лояльности, его срочно нужно подкачивать. Немножко шпионажа, немножко командования. Хотя, что не воткнуть? Плюс 3 науки, давай воткнем тоже. Плюс администрирование, все. Полностью сейчас всех закибернетим, да и думать-то. 10. Да, монитор лояльности прям круто. Ладно, ставим все. Стой. Не это. Вот это. Стой, опять не это. Деньги есть. Пикаем полностью. Здесь я что-то не доставил, да? А, не доставил. Все. А, Тата Джек не доставил. Давай, Тата Джек доставим тоже. Хотя что-то так с деньгами-то поубавилось, но лояльность-то точно нужна. Ставим, 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 ставим. Еще есть деньги. Восемь. 20 тысяч. Нормально, так мы гульнули. Ой, тоже нулевый. Надо сейчас заниматься этими миссиями, которые поднимают им лояльность. Все, всех мы закибернетили. Круто. Теперь у нас одни киборги. Есть, отогнали вражеского агента, да? Должен смотаться он, по идее. Пришельцы, танки пришельцев едут к нам. Сразу на 17% подняла, не слабо. И еще на 12. Давай еще поднимем. Плюс 10 тоже хорошо. И снова переворот в Грузии. Да что ж такое там? Заразы. Ладно, сейчас обратно ее отобьем. 9 армий пришельцев в Турцию. Не сможем мы ничего там сделать с этим делом. 12 армий пришельцев. Но все, Турцию сейчас разнесут. Гнать туда свои силы ни к чему. И еще вон американцы нарисовались. О, да. Будем новый переворот, значит, делать в Турции, чтобы... Да, вот уже вся армия турецкая уничтожена. Заразы, а? Рассел, давай, я возвращайся, переворот делать в Грузии. Ready for orders. У нас тут как дела? Единственное наше не хочет расти вообще никак, несмотря на вкачанные проценты. Еще вложим прямых инвестиций. Было столько денег у нас, а теперь раз и не стало после того, как мы тех киборгов превратили. Все, выбили. Выбили нас из Турции. Пришельцы захватили Турцию.
Так, и куда ты двинул дальше? We are winning their hearts and minds. Violence is abating. Public sentiment is increasing. Снова на минус у нас ушли пушки из-за того, что мы потеряли Турцию. Никак не удается. Ох ты ж, блин. В Болгарии нас развели. Maybe you've seen the films. Ставим защиту. Making things safe for our people. Берем Расселом. Делаем переворот. Ready for orders. И посмотрим, где еще у нас недовольство высокое. В Румынии 2-1, да? Здесь тоже тогда ставим защиту. Ты давай новую федерацию готовь. Time to make our move. А мы сейчас здесь пойдем сделаем защиту. Хотя щитки как бы от бунтов не спасают на самом деле. То есть тут это может помочь от всякой другой ерунды. Не туда ты полетела. Хотя ладно, сделай наши сторонники. Они и тут тоже нам нужны. We'll make our appeal. Securing our interests. Securing our control. If some ancient... Public sentiment is increasingly with us. We are winning their hearts and minds. Our... Вернули Болгарию, ну вот так вот, одним ходом, качественным оперативником. А, сейчас попробуем забрать Турцию обратно. Так, берем Финляндию. Как это вообще, как это работает? Каким образом пришельческая администрация приглашает нас поучаствовать в войне, которую они объявляют в стране, которая как бы нам? Ну что, дебилы, что ли? Сейчас вопрос только в том, можно ли через переворот забрать страну с пришельцами. Потому что если нет, то это, конечно, печаль. Потому что они идут на Грузию, сейчас они ее снесут также своей кучей армий. Мы этим армиям еще противостоять не можем. У нас всего 4-3. И вот если все, что захвачено силой, нельзя вернуть, то это будет провал, потому что возвращать нам надо много всего. Ладно, пробуем. А вот фиг, да? Нельзя. Никакую местность, захваченную пришельцами, через переворот не забрать. Вот так вот. Эти армии когда-нибудь приедут уже? Сейчас все армии просто соберу в одну. Будет 6. Фиг знает, не факт, что это поможет, конечно. Ладно, а сторонников, например, наших мы можем сделать? On my way to the capital. Where to? Беларусь не пора там присоединить? Беларусь.
time to make our move. Going after their people. И проверим сторонников на захваченную. Нет, захваченными пришельцами уже ничего не сделаешь. Их только силой, значит, можно выбивать. А силой мы хрен выбьем. Да уж. Хотя вот мы можем недовольство как будто здесь поднимать, но... It's time to bring it all down. Ну, во-первых, оно с нулем. И оно выше не становится. А во-вторых, бунт я все равно здесь запустить не могу. We'll make our appeal. Reporting in. I will try to sway the public. Да уж, да уж. Пуски падают, ничего накопить уже не удается для запуска. We're winning their hearts and minds. We've moved the needle. Ладно, попробуем сейчас тогда по-другому. Выйдем на контакт с кем-нибудь. Посмотрим, можно ли купить пуски. Если можно купить пуски, купим 12 пусков сразу. Так, с Россией, Федерацией делать или не делать? Или Россия тогда не сможет Беларусь прицепить? Или сможет? Ладно, сейчас проверим. Policy direction complete. Нет, она может теперь только покинуть Федерацию. Да, наверное, это я вот зря сделал сейчас. Cleaning things up. Ну-ка, проверяем Беларусь. Нет, не от Румынии, только от России. Должны быть в одной федерации. Мы можем их присоединить в федерацию, все условия выполнены. Походу, да, надо, не надо было Россию загонять в федерацию с Евросоюзом. Из-за этого, походу, нельзя присоединить Беларусь к России. Сейчас проверим еще раз эту штуку. Собираем наши армии. Да блин. Двигай, двигай. Пусть объединятся, потом сразу будут кучу их гонять. Тут хватаем. Removing our enemies. Ready to go. Ready to go. Здесь, значит, нам надо сделать выход из федерации. On my way to the capital. Where do you need me? Здесь снова выросло недовольство. We'll restore peace to this nation. Написано, что в Unity надо вкладывать больше. Чтобы этого не было. Достроились. Так, вот поэтому пошел минус, потому что еще достроилось
Сейчас мы тогда попытаемся изменить. Если мы не сможем купить сейчас пуски, то ничего мы тут изменить не сможем особо. Choose a card. Public sentiment is increasingly with us. Things are cooling off. We've moved the needle. Mission complete. Все, напали пришельцы на нас. Мир с Кореей. Так, выходим из Федерации здесь. Здесь у нас напали пришельцы уже. Захвачено. Я вообще не успел даже никуда дернуть свою армию, они сразу пожрали все. И уже мы это не заберем назад. Хотя, может, они уйдут, попробуем забрать. Все, Грузию тоже сожрали. Ладно, сейчас главное выясним по поводу Беларуси. Не ту клетку, в смысле, не ту миссию выбрал. Вот это. Да я не знаю, здесь смысл сейчас мы захватим, нас снова выбьют. Причем уже наглухо выбьют. At your service. Нет, тут цели для контакта. Да как так-то? Вон же агенты болтаются. Сначала исследовать надо, что ли? Standing by. Эти не умеют, эти не умеют. Рассел, значит, придется тебе сейчас заниматься этим всем делом. Изучи агента. We'll see what they're up to. Reporting in. I will tell our story. Ready for my mission? Acknowledged. Ready to go. Securing our interests. I'm here. I will tell our story. Ну, вообще, если вот эти вот страны не удастся сейчас выбить силой, сейчас попробуем, конечно, но если нет, то... А, они дальше уже идут. Нифига, у нас не выйдет тогда. Давай сюда быстрее на перехват. Есть, значит, агента изучили. Теперь, когда мы его изучили, надо... Things are stabilizing. Надо попытаться поконтактировать и купить пуски. Если купим пуски, то развернем, наконец-то, свои станции на Марсе. Пойдут ресы, перестанут минуситься. Да, вот. То есть, когда ты уже в какой-то федерации, ты не можешь еще раз федерацию делать, поэтому... Вот теперь Беларусь будет в федерации. И теперь ее можно будет слить в одну страну. Если нас до этого не разнесут, конечно. Потому что они куда-то тут плывут в нашу сторону дальше. Ну что, вот, контакт, да, появился. Establishing contact. Давай. Скорее делай контакт. А ты, Рассел,
Где там копошился, что делал? Вон там, давай доломаем. Но сюда уже едут, я боюсь, сейчас они приедут, снесут там все нафиг. Securing our control. Ready for orders. Making our case. Погнали. Making contact. You shall not hinder their arrival. Ой, блин, не хочет это контактировать с нами. Бразина. Это не та бразина, которая мне нужна. Мне нужен какой-то другой агент. Впрочем, ладно. Не буду я это все дело затягивать. Если сработает контакт и покупка, то играем дальше. Если не сработает покупка, то надо опять все выключать. Копить эту двенашку. Но мы уже и так вроде все выключили, что можно было выключить. Космические точно все выключены. Кроме самих модулей обитаемых, да? И здесь... Подожди, вот так вот. Здесь тоже все выключено. Лишнее здесь тоже ничего нет лишнего. Здесь тоже ничего нет лишнего. Здесь тоже нет, здесь тоже нет. В общем, ну вот это крутится на работу вот этой фигни. Это хоть что-то добывает нам. Это достроилось. 11,9. В общем, это тоже нельзя выключить. Ничего нельзя выключить. Все, что можно было выключить, уже выключили. Пуски в минусах. В организации заглянем. Тыга-дыга-дыга-дыга-дык. Пусков нету. Все, провал. Это провал, потому что без пусков мы не запустим. Ладно, я, короче, посмотрю еще контакт, если все-таки есть возможность купить. То будем играть дальше. Если нет, то это тогда была последняя серия. И надо начинать заново. Так как без ресов не будет флота. Но тут как бы и без флота еще другие проблемы, да? Но и флот мы никогда не получим. Потому что, смотрите, сколько всего уже захватили пришельцы. Тыга-дыга-дыга-дык, всю Африку. Вот это вот все дело. Захватили. И вот это вот все дело захватили. И все это агентами уже не вернуть, только военной силой. Как-то так. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы узнать, что получится или уже все. Если уже все, то значит будет другое прохождение. Пиши комментарии, ставь лайки, заходи в Discord, ссылка в описании. Спасибо за просмотр и пока!